предупреждение финансового органа. Как сообщает CoinIdle, Управление по финансовому регулированию FCA, контрольный орган по финансовому регулированию Великобритании, предупреждают инвесторов о рисках ICO. Поскольку ICO стали очень популярными во всем мире, FCA предупредили, что при отсутствии правил инвесторы могут столкнуться с потерей средств. Как указано на официальном веб-сайте, FCA признает, что ICO являются очень высокорискованными и спекулятивными вложениями. Инвесторы должны вкладывать только если они являются опытными инвесторами, уверенными в качестве самого проекта ICO и готовы потерять весь пакет акций.